Ты правильно питаешься, правильно живешь, занимаешься спортом, вообще замечательный человек. Потом тебя сбивает машина случайно. Ты просто свою лень случайностью прикрываешь, вот и все. А повтори-ка все эти аргументы моему корешу Камню. Посмотри на этого суетливого человечка, а мой кореш Камень, он безмятежен, поэтому прекрасен. Бро? Не бро. Тогда зачем каждый день вставать с кровати? А что непонятно, Андрей? Каждый день я встаю с кровати, чтобы прожить этот ебаный день. Послушай, ну ныряй тогда. Прыгай с моста, как Рома. Достойный финал будет твоих умозаключений. Это был бунт, Ромки. Это трусость и несостоятельность. Бунт был никем, ушел ни с чем. Вот что это такое. Ты, Андрюша, палку, пожалуйста, не перегибай. Это был бунт. Я должен всем, а мне никто не должен. Чуваки, займитесь делом, а? Не было у Ромки плана, за бабу он прыгнул. Приходят, уходят, приходят. И никогда здесь не будет иначе. Понятно, что Андрей предлагает что-то больше. Хочется чего-то. Выбраться из этого котла. Только это чего-то точно не Андрюхина чего-то. Завтра на встрече в городе я рассмотрю другой вариант. Хоть за Ромкой ныряешь, что ж такое-то? Как в город попасть? За сбежавших. Ты в город не попадешь. Я про Рому узнал. Губу не грызи. Олимпийский мишка тебе, братишка. Each one of us boils in our own boiler. What a freak. Я третьи сутки в город попасть не могу. У него мания с этой мистической встречи в городе. Даже небеса тебя обоссали.